кожном переплете. Свежо, запах чудный. А там дали вообще потрясающе. Ну сейчас надо пройти к оке. Ну давай. Уже мы в музей завтра пойдем. Да. Так, в крайнем случае завтра возьмем еще один билет. Да конечно. Так, наполним позицию. Приехали, дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином, плетеный ее палисад. Андрей, смотри, вот какие-то яблоки интересные, красные, видишь? Угу. Сорт такой, да? Красные яблоки. Так, вон скамеечки есть. Пойдем? Ну, да. Не, ну здесь мы не пройдем. Пройдем, вот есть. Ну здесь мокрые еще ноги были. Да ладно. Есенинские дали. И ты такой здесь, конечно. Утро 8 августа 2014 год. Два дня дожди шли по вечерам.
самые святые места России.